Встречала учителей гармошкой народные песни. Развлекательную программу для педагогов подготовил Центр детского творчества «Дагомыс». А вот о программе развития отрасли образования виновникам торжества рассказал глава Сочи. Вот нет последние 4 года ни одного года, чтобы мы 1 сентября не открывали школу. И в этом году досрочно открыли школу новую, Совет Кваджи, там же детский сад. Но впереди у нас очень много задач, вызовов. Нам надо как минимум построить 20 школ с емкостью 1100 человек. Такие школы есть, проекты типовые. Вот. И, конечно, на это нужно время. В следующем году планируется к 1 сентября открыть сразу 2 школы. Это пристройки на 400 мест к 82 и 15 школам. Начнется строительство школ на Мамайке, в Меретинской долине и в Красной Поляне. Также Анатолий Пахомов отметил, что город не планирует снижать темпы обеспечения педагогов жильем. Учителям уже передали 156 квартир. В этом году работники образования получат еще 15 квартир в новом комплексе в Лазаревском.